Уже 25 лет компания Brova Pharma является лидером по производству ветеринарных препаратов в Украине. Сегодня в портфеле предприятия более 140 наименований лекарственных средств для ветеринарии. Антимикробные, противопаразитарные, витаминно-минеральные средства, дезинфектанты, обезболивающие и противовоспалительные препараты, средства для репродуктивных органов и ухода за молочной железой. Высокое качество продукции и инновационность разработок достигается благодаря активной научной деятельности. На предприятии работают кандидаты и доктора наук, издаются учебники и учебно-практические пособия, патентуются инновационные разработки. Brova Pharma постоянно сотрудничает с ведущими украинскими и зарубежными научными учреждениями. В результате совместных исследований подготовлено и защищено около 70 диссертаций, опубликовано более 700 научных работ. Большинство из этих разработок создавалось при участии основателя предприятия Андрея Владимировича Березовского. За 25 лет нам удалось создать крепкую компанию, лидирующую на украинском рынке. Сегодня коллектив работает по требованиям надлежащей производственной практики. За этим наше будущее, надеюсь, стабильное и успешное. Brova Pharma действительно непрерывно развивается, растет и совершенствует производственные процессы. Серьезным прорывом компании стало успешное завершение модернизации предприятия, направленной на внедрение надлежащей производственной практики – GMP. Спроектированный и оснащенный инновационным оборудованием новый производственный корпус общей площадью 3000 квадратных метров включает цех по производству жидких лекарственных форм. Здесь с помощью современных фармацевтических технологий BottlePack Brova Pharma наравне с ведущими мировыми производителями использует для производства жидких лекарственных средств инновационную упаковку – полиэтиленовые ампулы и флаконы, гарантирующую высочайшее качество, эффективность и безопасность лекарственных средств. В начале этого юбилейного для компании года запущен новый цех по производству мягких и твердых лекарственных форм. В частности, линия по выпуску порошковых препаратов в пластиковой упаковке, многослойных пакетах триплекс, таблеток в блистерной упаковке, а также гелей, мазей и эмульсий в тубах и шприцах-дозаторах. Участки укомплектованы современным технологическим оборудованием, обеспечивающим полный цикл производства – подготовку, приготовление, смешивание и непосредственно фасовку ветеринарных препаратов. Все процессы полностью соответствуют нормам и требованиям GMP. Еще одно новшество компании – производство препаратов в монодозах с помощью компактного, высокопроизводительного оборудования, также обеспечивающего полный замкнутый цикл – выпуск тары, разлив, дозирование препаратов и формирование упаковок. В ближайших планах завершение строительства еще одного склада готовой продукции, а также запуск новой научно-исследовательской контрольной лаборатории. Все это позволяет предприятию регулярно расширять ассортимент и улучшать качество ветеринарных препаратов. Традиционно лидируя в производстве препаратов для здоровья продуктивных животных, Brova Pharma создала линейку средств для домашних питомцев и пчеловодства. Среди последних востребованных новинок компании – малотоксичный инсектоактерицид «Цифлур», гепатопротекторный препарат «Карсилин», многокомпонентный дезинфектант «Диссан», капли «Цифлодекс», кормовая добавка «Нормател». Как и ранее, особое внимание уделяется разработкам, обеспечивающим безопасность животноводческой продукции. В частности, витаминным комплексам, препаратам, которые не выводятся с молоком,
водорастворимым антигельминтиком и экологически безопасным дезинфектантом. В последнее время Брово Фарма также делает акцент на средствах для органического животноводства. Среди них продукты, содержащие только хелатные соединения или природные компоненты. Модернизация производства и расширение ассортимента продукции позволяют увеличить объемы сбыта. Рост реализации в Украине обеспечивает надежная сеть дистрибьюторов, основанная на долгосрочных партнерских отношениях. Стабильно растет и объем экспорта. Теперь препараты компании Brovo Pharma хорошо известны не только ветеринарам ближнего зарубежья. Более трети продукции уже экспортируется в 18 стран мира. В ряде других стран завершаются регистрационные процедуры. На сегодняшний день рост экспорта и освоение новых рынков являются ключевой задачей компании. Увеличивая объем и ассортимент ветеринарных препаратов, производимых в соответствии с европейскими стандартами, Brovo Pharma уверенно смотрит в будущее, оставаясь лучшей среди первых.